Сейчас я могу сказать, что я начинаю стремиться к идеальной жизни. Мыло варить спонтанно. Захотелось спонтанно. Ну, это интересно. Ты же становишься и парфюмером, а ты рецепты создаешь. То есть ты творец. Интересное в мире, наверное, восприятие, да, людей, которые, например, работают в банке, да, как я работала, и, например, я варю мыло. Если ты работник умственного ума, то ты человек. А если ты варишь дома мыло, и ты домохозяйка, то ты обслуживающий персонал. Но были моменты, когда мне говорили, что это кто-то покупает. Но ты знаешь, в свободном плавании намного лучше. Если я сама в себя верить не буду, ничего не получится.